6 октября 14.00 митинги по всему Казахстану. В первую очередь идем на этот референдум, голосуем против, далее идем на митинги. В Акмале 6 октября в 14.00 митинги перед дворцом Жастар. До этого с 12.30 до 13.30 собираемся в четырех местах. Это торговый дом Солтүстік, торговый дом Артем, набережная около памятника Кенесары хану, торговый дом Евразия. В этих четырех местах с 12.30 до 13.30 собираемся. Далее с 13.30 до 4.00 идем шествием к дворцу Жастар. В 14.00 митинги перед дворцом Жастар. Даже если дворец Жастар перекроют, ничего. Дальше идем к Акимату на площадь, перед Акиматом. В Алматы 6 точек. Это Саяхат, проспект Райымбека, угол улицы Пушкина перед памятником Райымбека. Арбат, улица Жібекжолы возле ЦУМа. Парк 28 Панфиловцев, улица Гоголя, сквер по улице Панфилова, центральный стадион, улица Абая перед стадионом, рядом с спорткомплексом Балуаншолах и Алматы-арена по улице Мумышулы, улица Рыскулова. С 12.30 до 13.30 в Алмате собираемся в этих шести точках сбора. Далее с 13.30 до 14.00 идем шествием к месту проведения митинга. В 14.00 митинги на Старой площади по улице Тулеби. Даже если Старую площадь закроют, ничего, идем к Акиматам. В Шымкенте 14.00 митинги перед торговым центром Шымкент Плаза. В других городах, в областных центрах перед областными акиматами, в городах перед городскими акиматами.